Всем привет, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса, и это Красиков Реалити. Сейчас вы увидите первую серию. Заранее хочу извиниться за не самое лучшее качество звука, мы будем его улучшать, потому что мы записываем со скайпа, и помехи и прерывания немножко мешают. Но постарайтесь сосредоточиться и понятно о том, о чем говорит наша героиня. Видео не монтировалось, вырезался только момент, когда у нашей героини пропала связь, ну и все, собственно говоря. На что обратить внимание любителям психотерапии и психологии? Я не претендую на звание выдающейся сессии года, я хочу показать о том, как я на первом занятии знакомства обратите внимание на то, на чем я делаю акценты, и обратите внимание на интеграцию разных технологий, разных методик в построении диалога. На мой взгляд, первое занятие дало понять как мне, так и самому клиенту, так и, скорее всего, вам, основную нить, которую я буду развивать в процессе психотерапии, используя для этого различные методики. Посмотрим, что получится и как будет развиваться наше взаимодействие. Посмотрите внимательно, прислушивайтесь к себе, что откликается, что не откликается. Постарайтесь увидеть то, что у клиентки с юности стоит диагноз вегетососудистая дистония. И постарайтесь увидеть, что на самом деле человек неплохо подготовлен, и он не довел себя до определенного рода расстройства, но структура невроза, вот это, на нее могло быть насажено и ритуалы, и проверки, и компульсии, и панические атаки, и агорафобия. Если представить себе эту основу, на которую насажено все, что я сейчас сказал, получится среднестатистический клиент моего кабинета и кабинета моих коллег по всему миру. Посмотрите, как я веду сессию. Сделайте свои оценки, комментарии приветствуются в описании видео. Приятного просмотра и запаситесь салфетками. До встречи. Так, да. Смотри, мы с тобой начинаем 8 занятий, как минимум, да? И я когда скажу, мы просто начнем. Ты имей в виду, что это не прямой эфир, это будет просто запись наших занятий, наших консультаций. Я буду делать все, чтобы тебе помочь и подсказать и так далее. Тебе не нужно думать, как говорить правильно и как говорить неправильно. Да, тебе надо просто, вот, как ты консультируешься, так ты консультируешься. Вообще забывай о том, что как-то это будет публично. Окей? Итак, Юля, добрый день, привет. Ты у нас новая героиня нового сезона. Я тебя поздравляю, что ты прошла этот отбор, кастинг. У нас было несколько видео, и мы решили выбрать тебя. Вот, положа руку на сердце, я когда слушал твое первое вот вступление, твое видео, ты, ну, ты видела, наверное, анонс, да, реалити? Да. Ты действительно говорила такие фразы, которые мне показались очень знакомыми. Ты говорила про поддержку, про опору, ты говорила про... что там ты говорила? Ты говорила про функцию отца. Ты откуда все это знаешь? Я действительно поклонница, и действительно смотрю фанатично все видео, все вебинары, практически все, насколько это мне позволяет мое успехи. И где-то в районе, наверное, 3 лет я наблюдаю за этим всем. Поэтому думаю, что дает свое дело и очень много изменений. Подготовленные. Клиент оказался у нас, да? Ну, да. Прекрасно. Юль, смотри, я ничего не знаю, и ты для меня такой чистый лист, который подготовлен.
Вот давай сейчас попробуем забыть о всем, что ты говорила на вступительном видео, для того, чтобы мне полностью погрузиться в твою историю. Вот это очень важно. С чего все началось? К жалобам, во-первых, задача первого сегодняшнего занятия – это познакомиться и мне собрать понимание о том, что происходило, как развивалось с момента, когда ты стала фиксировать какие-то беспокойства или симптомы, я не знаю, на что ты пожалуешься, заканчивая сегодняшним днем, что сегодня происходит, и поставим цели определенные. Исходя из этого, я уже буду выстраивать ту или иную стратегию консультирования. Поэтому это первое. Второе. Есть ли сейчас какое-то волнение? Конкретно в данный момент? Да. В общении? Да. Сейчас. Волнение. Сейчас что-то тебя тревожит? Ну, сейчас меня тревожит по факту вот это общение в данном формате. Давай сейчас подумаем, а что ты, как ты сейчас себя тревожишь? Вот ты сейчас тревожишься, да? Ты беспокоишься. Давай сейчас подумаем, вот что конкретно сейчас тебя тревожит? Какие мысли посещают твою голову прямо сейчас? Несколько. Одна – это оправдаю ли я ожидания зрителей и... Ну, не знаю, как на вы или на ты, да? Давай на ты. И твои. Давай на ты, да. Угу. Вот. То есть, так или иначе, зрители чего-то ожидают. И я понимаю, что я не обязана вроде бы как это выполнять, да, их ожидания оправдывать. Но, тем не менее, у меня есть такая привычка. Я с ней стараюсь как-то справляться. Угу. Вот. Ну, вот на данный момент это вам помогает. Второй момент, который меня волнует, что я не говорила своим близким о том, что я буду участвовать в этом реалити. И меня волнует то, либо отреагировали, если они вдруг об этом узнают. Потому что так или иначе, я думаю, узнают. Вот, это вопрос. Понял. Давай разберем два вот этих момента, прежде чем мы приступим к занятию. Начнем с последнего. А почему ты решила не говорить им об этом? Я понимаю, что нужно сказать, что почему я решила не говорить. У меня есть такое убеждение, что я знаю, что они мне на это скажут. И что мне не понравится то, что они мне об этом скажут. То есть могут они покрутить рукав, но мой муж сейчас всегда сказать, что зачем тебе это в принципе нужно. И я не хочу слушать это. Получается, как бы, невыносимость этого дискомфорта у меня, вот. Ага, то есть ты... А что будет самого худшего, если они не поддержат тебя? Что будет самого худшего? Что я огорчусь от того, что не получаю должной, необходимой поддержки, которая для меня важна. Вот так, в частности, вот моего мужа. Ты знаешь, ты меня слышишь? Слышу. Ага. Просто у нас видео твое зависло чуть-чуть. Вот сейчас окей. Вот слово «поддержка», которое я не получу, делая то, что я считаю для себя важным. Вот это запомни, потому что... Я сейчас тебе показал, как сейчас ты тревожишься, но вот то, что ты сказала, будет лейтмотивом всей твоей терапии, скорее всего. Да. И возвращаясь к первому моменту. Ожидание, оправдаю ожидания ли я зрителей. Как ты думаешь, в чем здесь иррациональность требования к самой себе? Немножко сложно. Должна ли ты оправдывать чьи-то требования, ожидания? Нет.
Но ты хочешь произвести максимально хорошее впечатление, чтобы тебе сказали: Юля, ты вообще молодец. Мы вот тут посмотрели, да, давай вот здесь чуть-чуть поподробнее. Зачем тебе это нужно? Ну вот, я оцениваю себя как личность иррационально посредством оценки меня людьми. Скорее всего, так. То есть для тебя наши зрители и твои родственники это, в принципе, одна и та же история. Они должны меня оценить и похвалить, и если это не так, то это ужасно. Ну да, и я ужасна. И ты ужасно. Понятно. Вот, собственно говоря, смотри, мы взяли сейчас тревогу, которая образуется прямо сейчас, непосредственно ВКонтакте, просто видео ВКонтакте в Скайпе. Но основная тематика, да, этой тревоги, она у тебя будет одинаковая. Я вот хочу обратить всех внимание, да, что вот мы не говорим о панических атаках и ВСД, да, мы говорим, а именно о генерации самой тревожности. Ну, здесь я тебе могу что сказать. Во-первых, ты никому ничего не должна, и ты не обязана кому-то нравиться, и уж зрителям тем более. Поверь мне, им угодить невозможно. Какие бы я ролики ни снимал, как бы я ни говорил, что бы я ни делал, все равно найдутся те, которые нам скажут полная туфта, которые скажут ничего особенного, какие скажут клево, ну и так далее. Поэтому стараться нравиться в терапии, даже в этом формате, нашим зрителям абсолютно не надо. Твоя задача абсолютно забыть про то, что кто-то будет думать по-своему и заниматься просто своим делом. По поводу родственников, тут тебе надо будет самой попозже как-то с этим прийти в согласие. Но здесь, с точки зрения анализа, очень хорошая такая метафора. Я хочу так, как мне это видится, я хочу по-своему, но я так сильно боюсь, что вы меня не поддержите. И кажется, ты не очень умеешь выдерживать их неподдержку. Так и есть. А давай предположим, что они не поддержат тебя. И они скажут, что это полная туфта и какая-то хрень непонятная. Нахрен тебе это нужно? Как тогда мы с этим можем обойтись? Это прописала тебе. А ты занималась когнитивной терапией? Ты занималась когнитивной терапией? Ты вот прям как-то прописала, ты уже в курсе? Ну, я же смотрю. И второй сезон прошла. А, И так, стой, подожди, то угу. есть ты была героиней, ты была участницей второго сезона. Прекрасно. Да. Что ты там получилось, что ты получила? Ну, я писала, что вот, понимание, как вести дневник. Так. Вот до сезона я вот, делала ошибку, написала какие-то правильные фразы, сама их читала, думала, ну, что я такое написала, вообще непонятно, что. То есть я максимум, что могла, это понять, что мои мысли какие-то глупые. Но как мне принять новые мысли, я не понимала. После сезона я поняла, как мне, в принципе, в каком направлении писать, думать и как рождать этот ответ, который мне лично подойдет и зайдет в голову. Вот. Как изменило, что изменилось после второго сезона? Какие навыки были применены в жизни? Честно говоря, вот трудно сказать, вот что конкретно. Вообще много поменялось. И вот ну, как-то смазано. До второго сезона что-то менялось, во время второго сезона что-то менялось. И вот мне, честно говоря, сложно сказать, что там конкретно до, а что конкретно после. Но вот что отметила во время второго сезона, мне диагностировали гипотиреоз. И если бы я ну, раньше отреагировала на это достаточно тревожно, ну, чрезмерно как-то, то вот как раз перед занятием я посмотрела результат, думала, ну да, гипотиреоз, ну да, ну ладно, это давно. Пойду к врачу, пусть призначит таблетки. Буду пить таблетки. То есть все. Это мне понравилось. Вот это ощущение было, наверное, новым во время второго сезона. Вот. То То, есть что ты не ушла вспомнилось. в катастрофизацию. Да.
Окей, хорошо. Но уровень тревожности, как я вижу по твоим ладоням и твоим жестам, он все-таки есть. Есть. Потому что ей желание понравиться. А как ты работала с перфекционизмом и желанием понравиться с точки зрения рациональной терапии? Думаю, что я недостаточно эффективно в этом смысле работала. У меня, в принципе, мне кажется, что у меня до реалити это было как-то скорее дело текущее. И у меня всегда был в голове вопрос, какая же должна быть мотивация, чтобы я не ставила, ну, как бы, не то, что заставила, а поняла, что мне нужно конкретно вот сейчас с этим неврозом вот разбираться. И я, наверное, все-таки как-то бессознательно вот решила прийти на это реалити, чтобы это вот было мне мотивацией. Не знаю, правильно или нет, чтобы использовать вот это вот желание там понравится, наверное. И это так мотивировало для более детальной какой-то работы с этими переживаниями. Я с тобой абсолютно соглашусь, потому что ты сама сознательно или бессознательно поставила себя в ситуацию, как раз которая попадает в самый непосредственный главный акцент тревоги, который остался. И ты увидишь, что уже к некоторому занятию, во-первых, твоя тревожность на занятии снизится, а во-вторых, в целом будет тревожность меняться благодаря тому, что мы будем обсуждать. То есть тот уровень тревожности, который ты испытываешь на занятии, это как раз можно назвать экспозицией страха. То есть это желание угодить зрителям, желание оправдать их ожидания, страх по поводу родственников и так далее. Мы фактически ставим тебя в ручном режиме носом в ту историю, где надо будет прорабатывать. Понимаешь, да? Это то, чего не хватает очень многим нашим зрителям. Они как бы в теории все понимают, даже с банальными паническими атаками. Но носом себя сталкивать каждый день они с этим не могут. И это реалити как раз носом тебя сталкивает с этими главными страхами. Да. Прекрасно. Ну что же, давай тогда начнем. Давай знакомиться. А мне не нужны имена, фамилии, пароли, явки, страны, города. Да, а ты у нас просто Юлия, это может быть вымышленное имя, может быть невымышленное имя. Все имена, которые ты будешь говорить, могут быть вымышленные, не обязательно они должны быть настоящими. И города, и страны в том числе. Значит, мне очень важно для своего понимания, для своих записей, я буду вести записи в своем рабочем блокноте и иногда буду смотреть вниз, чтобы тебя это не смущало. Значит, мне надо, чтобы ты мне рассказала, с какого возраста ты стала наблюдать за собой какие-то вот беспокойства, симптомы и вообще с чего все начиналось. Ты же сказала, что ты 3 года знаешь меня и мой канал. Значит, что-то побудило тебя к этому. Расскажи, вообще, во-первых, сколько тебе лет? Мне 31. Тебе 31 год, ты домохозяйка. Нет, а кто? Ты работаешь. Я работаю, да, я врач-стоматолог. Прекрасно. Вообще прекрасно. Ты еще и с медицинским образованием. Очень хорошо. Итак, давай рассказывай, а с чего все началось? Вот жила-была Юлия, с какого возраста и как все что-то пошло не так? Я скажу так, что я всегда с самого детства, вообще с чего началось? Знакомство моих родителей. Так. Потому что это два человека, у которых очень-очень были сильные проблемы в плане неврозов. Поэтому у меня не было шансов не попасть сюда. Вот. Поэтому я всегда, у меня всегда была с самого детства тревожность, потому что всегда были какие-то залы. И я всегда это слушала, как ребенок понимала на себя. То есть они были очень эмоциональны друг с другом. Да. Угу. Я всегда была, ну, меня воспитали так, что я не важна. То есть у меня всегда было ощущение того, что я хуже. Меня воспитали так, что я привыкла себя сравнивать с девочками. Вот, Хуже. очень много.
А можно тебе сейчас вопрос задать? Я понимаю, что мы сразу с места в карьер. Вопрос такой, а хуже, чем кто? Какие-то другие там дела, которые там вот, мама там тоже у меня стоматолог, мы, кстати, обсуждали это вот, что она мне лечила зуб без анестезии, мне боль была, я, естественно, кривилась, но пахла, возможно, я вот не помню. Но там я запомнила хорошо. А вот дома она не плакала. И типа, вот она молодец. А ты почему так вот плачешь? Теперь я понимаю, как мама могла так сказать, и не понимаю, для чего. У каждого человека свой порог чувствительности. Может быть, для того это действительно было чувствительно, чтобы принять на болезнь. Но я как ребенок не могла это оценить, поэтому поняла, что я плохая, а дома хорошая. Вот думаю, что это не один был такой случай, что это было регулярно. И в взрослом возрасте я наблюдаю это, как я себя не сравниваю. Надо от этого как-то избавиться. Нехорошие слова. Хорошо, сейчас мы это обсудим. Кажется, были какие-то у тебя внутренние эмоции, когда ты вернулась в эту ситуацию в детстве сейчас. А что за эмоции? В принципе, это было, ну, больше, наверное, обиды. Хотя я не могу Не сказать, что была, это она даже... сейчас. Ты сейчас это чувствуешь? Вот сейчас, что ты чувствуешь, Возможно, говоря это? именно сейчас мне жаль, что моя мама так говорила. Но я понимаю, что она просто, наверное, хотела как лучше, но просто не знала, как поступила, так поступила, как сказала. Хорошо, давай сейчас туда не пойдем. Это оставим на чуть попозже. А как развивалось детство и когда ты начала понимать, может быть, вегетативные симптомы, паника? Ты же искала меня по каким-то конкретным запросам, там, ВСД, панические атаки, неврозы. Когда началась вот какая-то симптоматика и как она выглядела? Симптоматика, я говорю, она у меня всегда все было. Мне ставили в детстве диагноз ВСД. И мне проводили там электроэнцефалограммы, там всякие там обследования, собственно, ВСД. Осложнение от физкультуры, вообще поведение. Она что-то жаловалась с юности, что тебя вечно освобождали и так далее. В принципе, жалоба была довольно конкретной. Я теряла сознание физических и эмоциональных нагрузок. Еще раз повтори, пожалуйста, просто у нас со связью не очень хорошо, нам потом надо будет как-то это исправить в виде какого-то гарнитурки или наушничка. Я теряла сознание С юностью. при При. физической нагрузке и эмоциональные нагрузки. Понятно. А с давлением у тебя была диагностирована гипотония? Ну, у меня, да, анильное, но не критично. Не критическое. А 110 на 60. чем объясняли неврологи кратковременную потерю сознания при физических и умственных нагрузках, моральных нагрузках? Этого я не помню. Ну, судя по всему, ничем конкретным не объясняю. Все стандартно. ВСД. То есть ты имела, а как часто эти были потери сознания? Не так, чтобы часто, но два раза, может быть, даже не знаю, как сказать. 2 раза в год. Ну, где-то так, наверное. Понятно. Может, реже, честно, не помню. Сегодня в сентябре 2017 года эти эпизоды проявляются как-то? Нет. Последний раз это было еще в студенческие годы. Связано было с моими полевыми ощущениями и стыдом. Вот так. Что ты имеешь в виду ощущением стыда? Студенческие годы?
Там было что-то, там было что-то эмоциональное, что последний раз привело тебя к этому. Ну, да. Ну, вообще, сейчас так скажу. Вот эти вот ощущения, что я вот-вот сейчас потеряю сознание, они сохранялись еще в прошлом году. Но потери сознания не было. Не было. Окей. Это, ну, что провоцировало, это физические нагрузки. Вот когда я пошла в спортзал, то тренер давал упражнения, и когда я их делала, то я ощущала вот все симптомы, что вот-вот-вот я потеряю сознание. Я ложилась на лавку, говорила, что все классно, ну, лежала, отлеживалась и старалась, чтобы вот вдруг не случилось. Стоп, подожди, ты ложилась на лавку и говорила, все классно? Да. Стоп. Поясни здесь, почему ты говорила все классно, а почему ты не сказала, что тебе плохо? Ну, я говорила, что вот у меня что-то там голова кружится, но как-то, ну, кружится и кружится, ну, физические просто нагрузки. Вот так. Не кажется ли тебе, что ты здесь обманываешь сейчас саму себя? Что ты вообще не очень привыкла говорить, что тебе плохо и что тебе больно? Наверное. Что ты сейчас почувствовала? Ну, я, наверное, действительно мало говорю о своих каких-то переживаниях. Я привыкла, лучше я хочу, чтобы кого-то не разочаровать. Это папа научил. Лучше я потерплю. Ну, вот ты и терпишь, да? Да. А хочется, чтобы они что сделали? Ну, поехали. Обратили внимание на мои какие-то переживания. У меня есть такое сейчас чувство, что ты максимально стараешься сдержать слезы. Да. А про что бы ты плакала, если бы ты сейчас разрешила себе это? Нет, не хотим обговорить мои переживания в них нет. Мне очень будет общение вот с тобой. Мне не хватает взаимопонимания. Когда я пробую завести разговор о каких-то там своих внутренних переживаниях, там, мужем, то, ну, он как человек рациональный, недостаточно и дает какой-то очень серьезный такой совет. Чуть ли не как-то это сама не могла понять. Или просто отмахивается, ну, это, проехали. Ну, поговорили и проехали. Больше не будем на это фиксировать. Смотри. Стой. Когда мама лечила мне зуб, я научилась делать так, что мне не больно. Когда родители говорили что-то, я научилась делать вид, что мне не больно и не обидно. Когда мне было плохо в спортзале, я говорила, что все окей, хотя мне было плохо. Когда муж что-то говорит и делает, и мне это неприятно, и мне от этого плохо, я все равно делаю вид, что мне нормально. Когда Алексей сейчас говорит со мной об определенных вещах, которые мне больно, я улыбаюсь и смеюсь. Видишь это? Вижу. Вот это твой смех и твоя улыбка – это защитная реакция перед тем, чтобы не показать, что ты требуешь и буквально очень тебе хочется поддержки. Потому что, видимо, с детства ты не очень привыкла говорить о том, что тебе больно и грустно. И вот эти системные подавления вот этих эмоций очень похожи на то, что является одной из краеугольных проблем. А расскажи мне, как ты еще в жизни улыбаешься сквозь слезы? Как
ситуации можно даже не знаю. Да, наверное, это уже так. Что ты сейчас чувствуешь? Ты увидела, как ты это делаешь постоянно? И сейчас, прямо здесь? О чем ты сейчас думаешь? Да. Я растерялась. То есть это меня немножко выбило. Ты что-то поняла или ты что-то вспомнила? Да, я поняла, потому что мне понравилось. Для того, чтобы... Это Это притворство, это защитный механизм, которому ты научила саму себя, чтобы не показывать, как тебе больно. Причем больно как физически, так и морально. И, Юлечка, начиная с твоего детства, заканчивая сегодня, этот механизм работает и причиняет тебе очень много внутреннего подавления, которая уже переполнилась. Видишь, мы даже не можем собрать анамнез твоей жизни и анамнез твоей болезни, потому что там буквально... Ну, я аналитик по образованию, по складу головы. И тут не нужно быть гением, чтобы увидеть, как это все торчит. Просто надо тебе это уметь показать. Да? А давай все-таки сейчас вот эту важную тему чуть-чуть оставим. А все-таки для меня вот... Вегетативно паники были когда-то. С диагнозом ВСД ты жила всю жизнь. Но я сейчас хочу себе и своим зрителям показать, что это не было никогда ВСД. Это была личностная проблема подавления вот этих вот эмоций и чувств, где вот эта девочка со слезами на глазах улыбалась и говорила: «Все хорошо, мама, все хорошо, да, 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 да». А потом приходила и, возможно, ревела. И тот опыт... Когда ты сейчас испытываешь, Юля, вот сейчас внимательно меня слушай, вот то, что ты сейчас можешь выражать свои эмоции, и то, что ты сейчас можешь это осознавать и выражать, и мне говорить, как тебе больно, обидно и грустно, это очень важный опыт, потому что ты всю жизнь никому об этом не говорила. Потому что ты считала, что ты будешь за это какой? Плохой. Плохой и слабый. И на это стоял запрет. То есть это фактически посыл и запрет на «будь собой», на выражать свои чувства и эмоции. И вот этот запрет на выражение своих чувств и эмоций – это и есть та проблема. И я тебя прошу попытаться быть со мной максимально откровенной и искренней. Да, это будет эмоционально, я это еще понял, когда твое видео посмотрел приветственное. Даже зрителям сказал, что, скорее всего, будет много эмоций. Потому что это не ВСД. И никогда это ни у кого не ВСД. Это серьезные личностные вопросы. Юль, давай продолжим по поводу симптомов, чтобы сейчас снизить градус чуть-чуть, иначе просто я же могу дальше, а может быть немножко рановато. Давай чуть-чуть остановимся. А по симптоматике, как она развивалась потом? Какие-то были феномены, какие-то были вещи, и потом мне интересно обследование, которое ты прошла. Панических атак у меня не было. Было пару эпизодов, ну, скорее всего, я могла их развить панические атаки, но меня этого не делало, потому что на тот момент я уже знала, была знакома с каналом. А, то есть ты была предупреждена, из-за этого ты их... Был эпизод подъема адреналина в вегетатике, но благодаря... информации, ты сказала, что да, кажись, это оно, ничего страшного. Тем более, ты врач, который прекрасно знает работу адреналина, который попадает в кровь у пациентов при анестезии. Да. Ой, отлично. Так. Но что же были за симптомы? Да. Я не знаю, симптомы-то или нет, но такая отрясучка. Я думаю, часто... Спрашиваю, да, тряслучка такая, ну, была тряслучка. Хотелось успеть все там сделать, и поэтому я очень спешила, и поэтому я очень там переживала, и вот меня трясло постоянно.
как бы на кухне успеть все приготовить, чтобы еще на работу успеть, чтобы еще хорошо выглядеть. И я что сделала? Я просто себе думаю, ну ладно, хочет шить, окей. Давай будем шить еще быстрее. Я, в общем, пару раз на кухне так готовила обед, максимально себя ускоряя, чтобы, ну, блин, еще быстрее успеть. Зачем? В общем, я так устала раза, ну, чтобы перестать трястись. Чтобы доказать себе, что трястись не имеет никакого смысла. Потому что если я трясусь, то я делаю еще медленнее. Ну вот, трясучка, ну, прошла трясучка. Нет. Я на своих симптомах, в принципе, это не очень не акцентировала внимание, хотя были такие вот, наверное, обсессии, да, вот эти вот ОКР, но у меня не было каких-то ритуалов, у меня были какие-то там мысли, что вот, если я вдруг там запнусь, еще в институте, запнусь на и подъеме на лестнице, там, я упаду, и мало того, что люди увидят, что я упаду, а вдруг я упаду так, что я вообще умру. Ну, кошмар просто. И все люди подумают так, какая же нелепая смерть, ну, какая она была дурочка, такое допустила. Представляешь, какой кошмар? Ну да, умирать надо тоже комфортно для окружающих, чтобы не причинить им беспокойство, да, я тут, вы тут извините, я тут в уголочке полежу, вы только не обращайте внимания, я вот если буду умирать, так, чтобы никого не повредить, да? Да. Плюс еще было, это уже когда я знала канал, была такая мысль, что а вдруг я догашу огонь в колонке газовой, да, будет идти в комнату, и вот мы все задохнемся, и все скажут, что я такая плохая. А ритуалы проверки газа дверей не развели здесь? Я не делала, потому что я знала. А, слушай, ну тебе прям, тебе прям фартануло, потому что ты классика ОКР, который ходит, проверяет, делает максимально хорошо, перепроверяет, перезакрывает газ, ручки, двери, краны, для того, чтобы не быть плохой, для окружающих, иначе меня осудят. Это твоя тема, просто тебе действительно повезло, ты успела вовремя предупредить. Ты вообще везучая, я так понял. А я всегда это знала. Так, Юля, у меня к тебе есть вопрос. Вопрос заключается в следующем. Только честно. Вот мы сейчас снизили градус, да, посмеялись немножечко. А теперь смотри. Ты сказал, что твоя мама была врачом-стоматологом. А ты выбирала профессию сама? Нет. Что ты об этом думаешь? Я думаю, что мама меня к этому подтолкнула. И я вот возвращаюсь к теме везучести, я просто... Мне повезло встретить людей определенных, которые сейчас есть моими родственниками, там, меньше его брат, которые мне показали, как в этой специальности можно работать хорошо. Мне понравилось. Мне стало получаться. Поэтому сейчас моя работа – это то, что придает мне силы, уверенности, и она меня действительно радует. Это стоп, пауза, стоп, стоп, подожди, смотри, молодец. Нас будут смотреть девушки очень на тебя похожи. И вот представь себе ситуацию, когда девушка бы выбрала бы также профессию не по собственной воле, а чтобы быть хорошей дочкой, поскольку она привыкла быть хорошей. Ну, ты поняла, да, вот эту цепочку для хорошей дочки. Тебе очень повезло, что ты действительно сейчас получаешь удовольствие, если я правильно тебя понял, от того, чем ты занимаешься. А теперь представь себе, что на твоем месте девушка, которая еще и не получает удовольствия от того, чем она занимается, выбрала не она, удовольствие она не получает, еще там перфекционизм и проблемы, еще в жизни. Можете представить, какой это ком? Поэтому тут тебе в этом плане повезло. У меня следующий вопрос по поводу работы. А как проявлялся перфекционизм, не мешал ли он тебе всегда в профессии? Ведь стоматология немножечко кропотливая история и достаточно ответственная, начиная с анестезии, заканчивая депульпированием, там, носовыми пазухами, там, и болевыми ощущениями и так далее. Вот
Ты что думаешь, как этот перфекционизм? Ты же должна была очень сильно напрягаться по этому поводу. Я и напрягалась. Так. Сейчас уже нет. Потому Во что. всяком случае, на уровне комфортный. То есть ты собрана, сдержана, но это тебе не мешает. Да, раньше очень мешало. Как ты этот перфекционизм Пока не было. прорабатывала, как ты его снизила до уровня терпимого напряжения собранного? Мне мешало что? Мне мешало вот это, да, мое желание понравиться, поэтому я хотела понравиться клиентам. От этого я зажималась, закрепощалась, и у меня не было внутреннего вот такого вот стержня, ресурса, который пациентам очень нужен, чтобы они мне доверяли, да? Я как-то искала вот, а может быть, вы примете решение вместо меня? Как вам лечить зуб лучше? Вы понимаете, какой маразм? Понимаю. И вот как я Как? это прорабатываю, Да. даже не могу этот алгоритм назвать, честно. Я просто слушала всю информацию, которую ты доносишь до нас всех, я ее какими-то, не могу сейчас обобщить, каким образом я ее применяла. Но что ты сегодня думаешь? Хорошо, давай по-другому. Я понял, что вот, ты говоришь о таком моменте, что иногда изменения в нас происходят естественно, и многие наши зрители говорят, я вроде ничего такого яркого, вау, не помню, но как-то я стала по-другому. Это нормально в психотерапии, и я сам, когда занимался 2 года сначала анализом, потом транзактным анализом, потом когнитивной терапией, я сам помню за анализ и транзактный анализ, что я не помню ничего такого вау. Ну, были какие-то инсайты, но я помню, что я потом менялся. Я хочу сейчас, как твой перфекционизм выглядит на работе. Как ты сегодня думаешь о ошибках, о том, что кто-то подумает, есть ли там поле для обсуждения? Бывают ситуации, в которых я по тем или иным причинам не добиваюсь того результата желаемого. Раньше я это очень сильно катастрофизировала и считала, что это характеризует меня в принципе как плохого врача. Теперь я смотрю на эту ситуацию так, что да, локально в этой ситуации я допустила ошибку. Стараюсь анализировать, какую именно ошибку я допустила, и как бы акцентировать себе внимание на том, что это просто в этой ситуации не получилось, потому что было то, было то, было то. Я постараюсь иначе это все сделать в следующий раз. И то есть, стараюсь оценивать себя более объективно, что вот та работа была классной, вот та работа была классной, и миллион работ классных, но вот это не получилось, но бывает. Потому что она у меня не часто бывала, например, в этой, у меня в практике. Поэтому я не успела еще поиметь определенный опыт. Вот так. Хорошо, отлично. Давай вернемся к сегодняшнему моменту. Сегодня у нас сентябрь 2017 года. Какие ты ставишь задачи? Ты вот сегодня на занятии уже, да, мы пришли к некоторым моментам. А может быть, эти задачи как-то сейчас трансформируются благодаря тем 30 минутам, которые мы с тобой провели? Какие ты задачи ставишь перед терапией, передо мной и перед собой? Я хочу развить в себе больше чувства собственной уверенности, что ли, чтобы мне не нужно было оценить, чтобы я оценивала себя не с точки зрения окружающих, да, с точки зрения вот самой себя. Я, наверное, немножко после этих 30 минут все-таки больше потерялась, чем нашла. Хорошо. А что потерялось? После какой фразы ты потерялась больше, чем нашлась? После какой части нашего диалога? После той, где я поняла, что я больше притворяюсь, у меня есть помощь. Сейчас у нас тут солнце светит.
Вот Вы же... давай про вот эту историю про притворяюсь. Поподробнее можно здесь? Пожалуйста. Смотри, я тебе напомню, давай здесь сконцентрируемся, это очень важно. Когда мне мама лечила зуб, я молчала и делала вид, что мне не больно, а мне было очень больно, я ждала от нее поддержки и вопроса, больно ли мне вообще. Ну и в целом, но я молчала. Когда мои родители как-то себя вели или что-то говорили, мне было неприятно, но я молчала. Когда мне говорили о том, как себя вести, я бы так не хотела себя вести, но я вела себя так, как было нужно. Когда мне было плохо в спортивном зале, у меня падало давление или сахар, и мне было плохо, я ложилась и говорила, все хорошо, я просто полежу. Когда мои родственники сегодня делают что-то не так, как я хочу, и не так, как мне нравится, я все равно улыбаюсь и говорю, окей, да, угу, хорошо. Когда Алексей сегодня говорит о каких-то болезненных моментах, я все равно улыбаюсь и смеюсь сквозь слезы, хотя у меня слезы на глазах льются градом. Вот я думаю, что ты потерялась, это не потерялось. Это один из инсайтов по профессору Фройду. Когда ты вдруг почувствовала вот этот механизм, что ты на самом деле, ты его назвала притворством. Это и есть один из первых инсайтов буквально в течение 30 минут наших занятий, где ты увидела, что ты на самом деле подавляешь себя всю свою жизнь и даже сейчас на занятии, улыбаясь и смеясь. А на самом деле внутри очень больно и грустно. Повтори, пожалуйста, я тебя не расслышал. Нужно научиться разговаривать и выражать потребности, эмоции, свое отношение к каким-либо ситуациям, которые касаются меня лично. Хотя, мне кажется, я вроде бы как, ну, стараюсь вот сейчас, например, говорить что-то, меня волнует моему мужу, и как бы я хотела, чтобы он меня поддержал в тот или иной момент. Мы только начинаем этот диалог, на самом деле. Буду его развивать. И я надеюсь, что если я все-таки не безразлична в эмоциональном плане, то он что-то поймет и, возможно, как-то изменить свое отношение. Остановись сейчас. Говори. Я понимаю, что я не могу требовать этого от него. Я не уверена, что он... Этого это чего? Этого это чего? Этого это понимание меня и понимание моих внутренних переживаний. А как это бы выглядело? Понимание себя и твоих переживаний, как бы это выглядело? Чтобы, когда я делюсь с ним какими-то своими волнениями, чтобы с его стороны не было каких-то критик, ну, то есть критика, она может быть разной. Я не против конструктивной какой-то критики, какого-то конструктивного совета, но вот у моего мужа не получается это сделать так, чтобы это не выглядело как тыканье слепого котенка. Какашки, извините. Чтобы это выглядело как совет, что ли. Я понял. Понимающего человека. Ты сидишь на диване? Да. Посмотри перед собой. Не в камеру, а перед собой. Там есть какой-то диван или стул? Нет. Посмотри чуть правее. Есть где-нибудь какой-то предмет быта? Ну, окей, я поняла. Представь себе, что там сидит твой муж. В чем он одет? Что?
Что сейчас происходит? Я понимаю, что я сейчас должна с ней поговорить. Я еще ничего не просил, подожди. Хорошо, сейчас что происходит? Ты понимаешь, что ты можешь сейчас с ним поговорить, но у тебя возникает какая-то эмоция. Опиши ее. Что ты сейчас чувствуешь? Я боюсь, что он меня не поймет. Понимаешь это? Ты боишься, что ты не услышишь, да? А представь себе, что он бы тебя прекрасно бы понял, если бы ты просто бы по-другому бы выражала ему свои потребности. Я понимаю, но я не знаю, как. Ну вот этому мы с тобой как раз я тебе и хотел это показать. Что ты сейчас испытываешь эмоции, потому что ты с детства дико боишься услышать вот эту неподдержку. И я очень сомневаюсь, что он садист, который будет не воспринимать тебя. Я думаю, что он просто тебя... Я тоже так думаю. Я думаю, что он просто не очень тебя понимает, что тебе нужно, потому что ты привыкла говорить огородом, намекая, как бы, но не выражать свои потребности и свои чувства так, чтобы он это понял. А почему он не понимает, почему он не догадывается? Потому что у него есть свое детство, у него есть свои родители, у него есть своя протосхема, мы будем об этом говорить, где он не привык вот к определенным вещам в своем детстве, и он не может считать тебя и догадаться. Поэтому тебе придется научиться, нам с тобой придется научиться выражать ему свои чувства и говорить с ним по-новому. И ты увидишь, что на самом деле ты получишь те самые слова, и ты получишь ту самую поддержку, потому что в противном случае его бы рядом с тобой бы не было. Ты просто всегда боишься, ты от моих зрителей боишься не получить эти слова, ты от меня боишься не получить эти слова, от мужа боишься не получить эти слова. Сейчас что вспоминается из детства? От кого ты боялась не получить эти слова? От папы. Я помню одну ситуацию очень хорошо, когда я нарисовала девочку, и нарисовала ее так, как могла нарисовать 8-летняя, 9-летняя девочка. Но коряво. Ну, я-то считала, что она классная. И я хотела, я до сих пор, я та девочка с нарисованной картинкой, которая хочет, чтобы папа сказал: классно, молодец. Но он сказал: что это фигня такая? Как это ты так? Ну, просто такой нарисовала, ну, как у свиньи получается. Иди перерисуй. Я обиделась тогда. Я развернулась и в сердцах сказала, что он дурак. Это услышала моя подруга, она тоже была. И папа остановил меня и прямо к этой подруге вычитал, какая же я плохая, вообще ужасная, что я его дураком обозвала. Девочка с меня смеялась, а я сказала: это я так, не про папу, это я так просто вспомнила кого-то. Стоп. Смотри, как эта ситуация разбирается. Ты просила от папы поддержки, несмотря на тот рисунок, который нарисовала ты, и ты понимала, что он может быть не идеальный, но ты хотела, чтобы папа даже сказал: ой, какая ты молодец, здорово. Он начал критиковать. И ты обиделась, потому что ты ожидала от него слова поддержки. И ты обиделась и сказала, что он дурак, потому что это была правда, потому что ты так подумала, потому что это правда. Ты выразила тогда свои чувства так, как могла. А он на это выражение чувств ответил соответствующим поведением, а ты на это соответствующее поведение сказал защитным механизмом: это я не про тебя. А если бы ты сказала бы: нет, это про тебя, потому что вот этого не хватило 8-летнему ребенку, естественно, и ты до сих пор эта 9-летняя девочка внутри, который до сих пор улыбается сквозь слезы. Это я не про вас, дураки.
Это я так. А внутри, на самом деле, ты говоришь, какие же вы дураки, не понимаете меня. Как же я хотела, чтобы вы просто подошли и обняли меня. И если бы ты сидела в моем кабинете, максимально, что бы сейчас хотелось, это обнять тебя. Мне это очень нужно. И мы будем учиться обниматься, только не со мной, поскольку мы так занимаемся, а с кем? Нужен. Родственники здравствуют, мам, папа. Папа далеко, мама умерла в 2009 году. Сочувствую. А где папа сейчас? Мы живем в разных городах, в разных областях. Не называй города, просто вы живете в разных городах. А есть какая-то физическая возможность видеться? Мы созваниваемся редко. Редко. И приезжает он тоже редко. А если бы он сидел напротив тебя, какие были бы эмоции? Вот касаемо моего папы, я прошла вот уже тот этап, когда я на него была очень злая, на самом деле. Сейчас просто путем анализа его детства и его поведения во взрослом возрасте, я просто его поняла. И мне просто очень жаль, что наши отношения сложились именно так. Мне бы хотелось, чтобы они были иначе, но он не мог по-другому. Но когда ты говоришь сейчас про папу, я чувствую некое такое грусть, но все-таки она действительно немножечко уже не такая острая. А вот когда ты говоришь про мужа, который перспективно сидел бы перед тобой на гештальт-эксперименте, то тут у тебя прям очень много эмоций. Видимо, ты действительно, да, видимо, видишь, ты опять улыбаешься, смотри. А, видимо, ты действительно на мужа возложила, как ты сказала в приветственном видео, такую функцию, такую миссию. И вот туда переносишь слишком много эмоций. А давай все-таки я задам один вопрос. Я прошу тебя произнести одно предложение. Представь себе, что перед тобой сидит муж. Одно предложение в виде пожелания, как бы прозвучало? Мне бы хотелось, чтобы ты был более внимательным к моим внутренним переживаниям. Стоп. Вот так ты ему и говоришь. А он не понимает, что ты хочешь. Потому что он не видит моих внутренних переживаний. Абсолютно верно. Он сидит на тебя, смотрит и говорит, что она несет? Юль, и делом, блядь, займись. Какие? Чё? Я что, мало делаю? Я тебе это сделал, это сделал. Вот, иди, какие? Что ты себе придумал? Иди, не мешай. И ты сидишь и говоришь, как... Примерно так. Я понимаю. И ты сидишь и как говоришь та самая маленькая девочка папе. Ты что, дурак? Он разворачивается, говорит, я не про тебя. А теперь внимание. Представь себе, что тот же самый муж, естественно, сидит напротив тебя. И ты произносишь следующую фразу. Давай мы придумаем имя какое-нибудь. Давай, хорошо, без имени. Окей, стой, подожди. Давай скажем так. Повторяй за мной фразу. Ты знаешь, если честно, подожди, Юль. Там-там-там. Вернулась. Знаешь, Да. в чем самый прикол? Это уникально. Вот зрители будут смотреть, они охренеют. В психоанализе есть такое, вот есть такая вещь, как resistance, сопротивление. Ты меня слышишь? Слышу.
Это сопротивление возникает, когда терапевт доходит до определенных болезненных пластов в работе с пациентом. Я всегда работал, когда очно с пациентами, я прекрасно видел, как это сопротивление работает. Но каково было мое удивление, когда это сопротивление работает даже по скайпу. Как только я дохожу по скайпу до болезненных элементов в гештальте или в анализе, начинают срываться звонки, кто-то вклинивается, какие-то помехи вдруг возникают. Это удивительно, но это уже настолько частое совпадение, что у меня просто нету слов, чтобы описать эту частоту совпадений. Я только начинаю произносить слова, ты знаешь, если честно, и у тебя кто-то начинает вклиниваться в этот момент. Ты подумай. Давай. Муж звонит? Ты серьезно? Серьезно. Профессор Фройд бы сейчас перевернулся, если честно. Мы обращаемся к нему, ты знаешь, если честно, и он тебе звонит. И в психоаналитике бы здесь бы 100% видели бы эту метафизику, видели бы этот юнгианский анализ. Они бы сейчас бы аплодировали стоя бы просто. Давай все-таки завершим это предложение. Мы не будем глубоко ходить, просто я хочу, чтобы ты чуть-чуть прикоснулась к этому. Вот представь себе, что все-таки наш муж сидит в комнате. И ты ему сейчас скажешь не так, как ты обычно говорила, а повторишь просто одну фразу. Давай, вместе со мной. Ты знаешь, если честно? Ты знаешь, если честно? Мне очень обидно, когда ты и продолжи. Мне очень обидно, когда ты... Когда ты отмахиваешься от тех вещей, которые я хочу тебе объяснить. Стой. Смотри. В какой-то момент ты пошла туда, куда ты хотела, но ты начала кивать головой и включила голову. Отмахиваешься от вещей, которые... Это все опять общие фразы. Давай я предположу, как я бы это выразил и как бы это могло бы звучать, предположим. Ты знаешь, если честно, мне очень бывает обидно, когда ты не придаешь очень большой, ну, не придаешь значимости моим словам. Например, когда ты говоришь так-то, так-то и так-то, мне очень больно от этого. Я нуждаюсь в том, чтобы ты поддержал меня. И чтобы ты просто подошел и обнял меня и сказал, что у меня все получится. Чтобы ты обнял меня и сказал, что я молодец. Мне это очень важно. Я так и говорила сама себе перед занятием, между прочим. Но я почему-то, вот, наверное, вылетела у меня это все из головы. Это не вылетело. Это те же, Юль, защитные механизмы, как и твоя улыбка, как и твой смех. Ты научилась... Да. Можно мне поставить на паузу? Я должна подключить зарядное устройство. А мы уже заканчиваем. Супер. А смотри, как ты съезжаешь с истории. Вот ты научилась улыбаться, смеяться и все это подавлять, чтобы не показать каких-то своих истинных эмоций и чувств. Угу. А вот ты что-то услышала, что-то помнишь по поводу? Ты говоришь, я выражала. Давай продолжим. Ты говоришь, я до занятий пыталась, но потом у меня не получилось. Да. Смотри, мне такое ощущение, как будто ты сейчас очень эмоционально перегружен. А что внутри тебя происходит? Ты киваешь головой, ты закрываешь лоб. Вот что это за эмоции сейчас? Мне кажется, что вот сейчас я столкнулась с лоб в той ситуации, когда я разочаровала и ввела и зрителей, и тебя.
А, ты по поводу того, что тебя... А, я понял. Ты по поводу того, что у тебя там что-то отключилось, и тебе пришлось перезвонить? Ну, что-то вроде того, да. Какой Вот кошмар. смотри, как ты это синтерпретировала? Ну, что вот мне показалось, что я прочитала твои мысли, что вот ты подумал, ну какая же она дура, что вот не додумалась зарядить хорошо телефон или хотя бы зарядку возле положить. Но я же не знаю, что ты думаешь. Но я тебе дам обратную связь, что я думаю. Я прекрасно понял, что у тебя что-то выключилось или что-то там и так далее. И я просто подождал, пока ты включишь зарядку и так далее. В этом нет ничего ужасного. Это абсолютно житейские вещи. А вот ты к этому отнеслась опять с точки зрения маленькой девочки, которая перед папой сейчас будет плохой и которая ее будет ругать. Но разве я это делаю? И мыслей у меня таких не было. И вот это твое предвзятое мышление, это есть еще, это уже в когнитивной терапии. Я тебе сегодня хотел показать и сочетание гештальта и когнитивной терапии, и анализа. Это очень сложно. Это такой аналитический гештальт, когнитивный подход, который переплетается очень тонко. И люди, которые будут смотреть, они не смогут уловить, что это за метод. Потому что это не чистой воды психоанализ, это не чистой воды гештальт, и это не чистой воды уж когнитивная терапия. Сегодняшнее занятие было таким ознакомительным, я прощупывал некоторые вещи. И для тебя это было тоже вот понятным, что... Что ты вообще поняла за сегодняшнее занятие и почувствовала? Я поняла, что мне нужно работать над диалогом с мужем. Без этого у меня, ну, не получится как-то каких-то отношений, а для меня это важно. Я поняла, что мне нужно научиться принимать то, что я ощущаю, научиться об этом говорить людям, которые есть вокруг, научиться принимать их даже, возможно, неодобрение в отношении моих каких-то переживаний. Мне просто нужно развивать в себе чувство собственной значимости просто как человека, а не потому, что вот кто-то сказал, что я хорошая. Потому что я все равно, так или иначе, я и так хорошая. Но Можно я кое-что скорректирую? пожалуйста. Я бы хотела развить себе право выражать свои чувства. Мне сейчас больно. Мне сейчас обидно. У меня сейчас такое чувство, что я не нужна тебе. Я злюсь на тебя сейчас. Я ожидала, что ты поступишь по-другому, и мне от этого некомфортно. Я бы хотела, чтобы ты проявил такие-то чувства. И я бы хотела помочь тебе воспитать право на собственное выражение самости, которое в тебе с детства, как мы сегодня наблюдали, было очень методично закрыто, которое ты научилась закрывать улыбкой, твоим белоснежным смехом и так далее. Но за этой улыбкой огромное количество слез. Я даже скажу так. Меня настолько сильно научили молчать про свои эмоции, что иногда я даже не могу понять, что именно я чувствую. Да? Бывает иногда так. А что я чувствую? А мне же не сказали, что я чувствую. Именно поэтому я спрашивал, что ты сейчас чувствуешь, когда ты это говоришь. И это очень важно. Очень важно. Ну что же, впереди у нас с тобой 2 месяца, и мы будем работать над твоими чувствами, эмоциями и над когнитивной терапией. Я думаю, что гештальт когнитивной терапии с анализом, с такой синергией нам очень поможет. Я хочу сказать большое спасибо. Еще раз. Не за что. Миллионный раз. Тебе сейчас как эмоционально, в отличие от начала занятия? У меня сейчас чувство взволнованности,
какого-то, ну, это приятное какое-то, однозначно. У меня есть какая-то взволнованность, но она не тревожная, и она, знаешь, когда вот есть план, легче становится, правда? Вот. Вот сейчас что-то вроде этого. То есть я верю, что по намеченному плану мы будем идти и придем, куда захочется. Хорошо, и у меня к тебе есть небольшое домашнее задание, и это важно. Начни вести дневничок, который ты вела, просто чуть-чуть мы его скорректируем. Я буду смотреть когнитивные таблицы, мы будем учиться когнитивной терапии, должествование, оценочное суждение, да, все эти искажения. Я бы хотел, чтобы ты до следующего... У нас сегодня что у нас? Четверг? Четверг. Ну, скорее всего, мы по четвергам будем заниматься. Ну, там посмотрим по твоему расписанию. Я бы хотела, чтобы ты начала ловить себя на ситуации, где ты подавляешь свои чувства, подавляешь себя, и где у тебя возникают просто какие-то уже осознанные эмоции гнева и страха, гнева, обиды и вины. Просто чтобы ты мне записала эти ситуации. Мы их будем с тобой разбирать в следующий раз. Ситуации, где ты подавляешь себя. И второе, ситуации, где у тебя просто в быту возникает гнев, обида, стыд и вина. И ты как-то делаешь не так, как ты бы хотела. Просто валом ситуации, одну-две за день. Можно банальные. Я бы хотел показать, как в следующий раз мы эти ситуации с тобой будем проживать, прорабатывать, закрывать гештальты. То есть терапия будет очень такая интегративная. Она будет такая со всех сторон. Спасибо за Супер. занятие. Успехов И тебе тебе. спасибо. Не за что. Счастливо. Пока. До свидания. Пока. Okay.